Всем привет, дорогие зрители! Сейчас я нахожусь в районе Кестель и нашел очень хорошую квартиру, большую, просторную, пятикомнатную, 4+1, 225 квадратных метров, в одном из хороших проектов района Кестель. Называется «Аура Блю», застройщик «Олсхан Констракшн». Сейчас я пройдусь и покажу вам всю инфраструктуру этого проекта. Значит, здесь крытая парковка. Вот здесь крытая парковка. Вот она. Также крытая парковка есть под каждым блоком. Это первый блок. И эта сторона в этом блоке. Очень просторный проект. Поднимусь я наверх в инфраструктуру. Здесь есть специальный вход и выход. Поднимаемся наверх, где с левой стороны от меня расположена баскетбольная или теннисная площадка. Вот такая просторная. Потом через дрон все покажем съемку с высоты. Вот такой здесь просторный бассейн. Вот он. Ухоженный сад. Проект состоит из 8 блоков. Есть вся инфраструктура, даже боулинг присутствует. Вот такой бассейн первый, второй и третий. Там детский бассейн также. Есть мини-бар. Он функционирует. Вот напитки даже продают. Сейчас мы пройдемся в игровую зону. Вот такая игровая зона у нас, как вы видите в ролике. Вот ресторан даже, но из-за пандемии не функционирует лобби. С этой стороны у нас расположен кинотеатр. Открыто, закрыто. Не функционирует из-за пандемии. Здесь PlayStation. Это боулинг. Тоже не функционирует из-за пандемии. Пройдемся дальше. В этой стороне проекта расположена сауна, турецкая хамам, джакузи, римская паровая комната. Также крытый бассейн. Вот это фитнес. Здесь пилатес, аэробика зал. Впереди от меня расположен крытый бассейн. Вот это у нас крытый бассейн. Стараюсь отсюда показать, тоже не функционирует из-за пандемии. Есть также детский бассейн, маленький бассейн. Здесь именно парикмахерская, но аренда не сдана. Медицинский пункт тоже не функционирует. Тут есть сауна, здесь переодевалки и туалет, душевые кабинки. Спа-центр. Сейчас в этой стороне расположена сауна. Просто сейчас ничего не функционирует, так как пандемия, застройщик выключил. Массажные комнаты есть. Вот первая массажная комната.
вторая массажная комната и третья. Подробно не видно, темновато. Сейчас я вам покажу турецкую баню. Также здесь зона отдыха. Вот это зона отдыха. И вот одна из больших спа-центров в проекте именно района Кестер. Такая зона отдыха. Здесь также есть сауна отдельная. Вот. Две сауны, оказывается, проекта. Душевые кабинки. Это римская парная. Тоже большая такая. Закроем. И вот сама у нас турецкая баня, турецкий хамам. Он функционирует. Вот теплая вошел, даже вода есть. Кто-то принимал здесь душ. Такая очень просторная турецкая баня. Так, теперь пройдемте к квартире. Квартира находится в четвертом блоке, вот в той стороне. Есть вот такие горки, аквапарк. Также детская игровая площадка. Зона барбекю. Ну, вся инфраструктура присутствует, видите? Так вот. Пройдемся к квартире. Хозяин меня сам ждет. Вот это его квартира. Здесь у него свой сад. Такой маленький сад. Два входа есть. Один отсюда, один снутри. Пройдемся в эту уютную квартиру. Значит, здесь такая открытая терраса. Сами видите, очень приятный вид тут. Вот вид на также бассейн. Теперь пройдусь я в квартиру. Вот такая вот здесь кухня-гостиная. Угу. Это хозяева выезжали. Значит, кухня-гостиная такая просторная. Такой большой телевизор. Продается с мебелью и бытовой техникой. Островок. Он не передвигается. Значит, вот такая мебель. Бытовая техника. Vestel. Dominox. Вытяжка Vestel. Посудомойка. И холодильник. Не знаю, какой марки. Это нету марки. Вот такой вид. Значит, здесь такой вот санузел. Здесь первая входная дверь. Это прихожая этой квартиры. Вот это коридор. Входная дверь. Тут у нас спальня, первая спальня, также с выходом на свой балкон. Такая мебель, шкаф-купе стоит, кондиционеры тоже новые. Здесь вот такой балкон, такой вид. Теперь пройдемте на нижний этаж.
Здесь вот такой коридор. Лесенка вниз. Спускаемся. Вот такой коридор. Значит, здесь детская комната или взрослая комната, так как сын здесь играет игры. Кондиционеры стоят Arçelik A++, 9000 BTU. Здесь у него также есть выход на балкон. Вот такой балкон. Очень просторная квартира. Здесь как бы есть кладовка. Высушка стоит и, наверное, стиральная машинка. Вот одна, еще одна спальня такая просторная, встроенная шкаф-купе. Также здесь отдельный санузел с джакузи. Красиво здесь санузел. Также и здесь еще один санузел. Проточный водонагреватель стоит Valiant. И вот самая просторная спальня. Самая изюминка этой квартиры — вот такая просторная спальня. Можно сделать 3 комнаты из этой комнаты, но хозяин сделал очень просторную спальню. Установлен большой телевизор. Сниму с этого ракурса. Здесь, приблизительно, как говорил, 45 или 50 квадратных метров. Только вот эта комната. Вот такой интересный шкаф. Да, дверь открывается по-другому. Здесь. Так. Все. Поднимемся на верхний этаж, чтобы подытожить итоги этой квартире. Так. Значит, дорогие зрители, хочу подытожить итоги о этом проекте, о этой квартире. Здесь 4 плюс 1, 225 квадратных метров, это сама квартира, и где-то 15-18 квадратных метров земельный участок этой квартиры. Продается она с мебелью и бытовой техникой, до моря тут максимум 300 метров, рядом есть магазины, и цена этой квартиры 205 тысяч евро. Если вам понравилась эта квартира, этот ролик, ставьте лайки, делитесь информацией, комментируйте, звоните, задавайте вопросы. И указан номер у нас в профиле. С вами был Агаси из Солнечно-Ранний, район Кестель.